Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и мы продолжаем знакомиться с точкой ВЦ4 Гуань Юань, которая расположена ниже пупа на 3 цуна. Итак, сегодня тема лекции урока следующая: вздутие и отеки живота одновременно. Итак, отеки — это избыточное накопление жидкости в тканях наших и органах человека. Пожалуйста. Вздутие связано с желудочно-кишечным трактом. Итак, мы читаем лекции восточной медицины. Уважаемые зрители, не поленитесь, прежде чем оценивать мои видео, не поленитесь посмотреть, как проходят внутренние каналы в нашем с вами организме. Вот и все. Каждый меридиан имеет внешний канал, и потом энергия уходит глубоко вовнутрь, контролируя наши внутренние органы. И вот мы сразу говорим. Все, кто не понимает восточную медицину, либо акупунктуру, либо иглотерапию, либо как хотите, называйте данный метод. В каком состоянии меридианы? Легкий, перикард, сердце, тройной обогреватель, тонкая кишка, толстая кишка, поджелудочная железа, печень, желудок и желчный пузырь. Я назвал 10 меридианов. Многие скажут, мы не знаем, потому нужна диагностика 12 меридианов. Также нужно знать, в каком состоянии энергия инь-янь. Почему? Потому что спина — это янь, живот — это инь. И если у человека есть проблемы с отеками живота, вздутие, то, пожалуйста, обратите внимание, в каком состоянии ваша иньская энергетика. Воспалена ли она, много ее, либо наоборот мало, нужно дополнить ее. А при чем здесь передний серединный, сзади серединный меридиан, к которому относится точка ВЦ4 Гуань Юань? А потому что они относятся, эти меридианы, к чудесным меридианам. А состояние чудесных меридианов отражается от общего состояния всех 12 меридианов, 10 из которых контролируют живот. Пожалуйста. Элементарно просто. Не надо здесь что-то выдумывать, чего-то там смотреть. Провели диагностику и смотрим. Если слабые, вялые все 12 меридианов, то слабые и вялые, что иньская энергетика. Обратите на внимание на 6 иньских меридианов, на 6 янских меридианов. Если они слабые, вялые, данную точку ВЦ4 Гуань Юань, мы что? Активизируем, тонизируем, даем ей энергии. Почему? Потому что это точка еще корень всех 12 меридианов. Мы подпитываем все 12 меридианов, они наполняются энергетикой, вследствие чего и чудесные меридианы, что? Наполняются энергетикой, потому что они опустошены. Нету там ни иньской энергии, ни яньской энергии. Не выполняют они функции, вследствие чего у человека происходит вздутие и отеки живота. Вы будете лечить одно, а на самом деле вы не будете знать, в чем совершенно другое, то, что и контролирует живот. Потому, уважаемые зрители, прежде чем оценивать мои видео, скажем так, говорить, что мы там, скажем, что-то не так вам доносим, пожалуйста, внимательно смотрите, как простираются меридианы. Внимательно. А уж потом делайте выводы. Правда? Обязательно нужно провести диагностику 12 меридианов. А уж потом только сделать выводы. И сказать, в каком состоянии у меня общий баланс. Потому все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт, который практически что простирается по всему животу. Вот в каком состоянии эти меридианы. Подсказку мы вам дали. Если воспаление всех 12 меридианов, данную точку нужно расслаблять. Если они слабые, вялые, данную точку ВЦ4 нужно тонизировать. Ее нужно включить в рецепт. Спасибо за внимание.